me, dance with me, bounce. Cha cha cha. Get it, beat, beat. Get it, beat. Get it, get it, beat, beat. Get it, beat. Get it, cha cha cha. Get it, beat, beat. Get it, beat. Get it, get it, beat, beat. Get it, beat. Get it. Спасибо большое. Он еще и благодарен. Ты отошла от шока? Скажи, пожалуйста. Клава. Ой, вообще жесть. Можем поговорить об этом? Это очень, ну вообще, это как будто... Это очень необъяснимо. Ты росомаха, на чем ты держишь? Я очень в шоке. Я такого в жизни не видела. Я даже не знала, что это ну, на такой способен человек. Он так висит на этих пальчиках, так потом пуф. А потом такой сальто, тутух, а потом тутац. И, ну, вообще нереально. Какие эмоции по номеру, ребят? Какие эмоции? Я чуть не описывался. Тут цензурной речи нету, не спрашивай. Я в метро так раньше делал, когда поезд подъезжал. Как, вот так ты имеешь в виду? Так танцевал на стойках в метро? Тогда, я представляю, весь вагон орал. Да, слушай, это танцевальный терроризм, конечно, то, что ты делаешь. Это надо запретить. Нет, не надо. Не надо это запрещать. Надо это размножить. И я предлагаю вам скидку, как первому клиенту моей новой компании. Как быстро я могу увидеть сумму? Буквально 2-3 дня после перевода. Хватит! Простите, я не вам. Большие деньги, Дима. Когда отдашь-то? Ну как я могу отдать, если я не помню ничего? Вы меня извините, но дело тут не в алкоголе. А ты обманщик, Дима. Может, это вообще все игра, и вы никакой не псих. Вы не волнуйтесь, я стопроцентный псих.